Лариса, екатеринбургский депутат уходит в Государственную Думу. Городское кресло на федеральное меняет Лариса Фечина. В Нижней палате российского парламента руководитель Центра детской онкологии заняла место Игоря Баринова. Он, напомню, возглавил агентство по делам национальности. На новом уровне Лариса Фечина займется вопросом реорганизации медицинских учреждений. О том, что нужно пациентам и врачам, Лариса Фечина знает не понаслышке. В Думе Екатеринбурга она возглавляла комиссию по здравоохранению и социальной защите. Теперь она будет на уровне федерации заниматься оптимизацией больничной сети. Ведь для многих жителей отдаленных поселков и маленьких городов врачебная помощь по-прежнему недоступна. Особое внимание врач собирается уделить вопросам социального обеспечения инвалидов. Сейчас недофинансирование этой статьи бюджета составляет более 50%. В моей работе ничего особым образом меняться не будет, просто мы выйдем на более высокий федеральный уровень. В последнее время накопилось немало проблем, и эти проблемы, они связаны с жизнью простых людей, с тем, насколько им уютно и комфортно жить в современных условиях.